Вообще не туда мы куда-то едем, там болото есть, но в то болото никто не поедет. Едут, да? Да не, ну там нереально. Тут тарханник очень серьезный. Действительно, если какой-то болотоход, вот типа шерпа, что-то такое, испытать, и тут будем долго. Здесь. Ну, и кто сюда поедет? В общем, один смелый человек нашелся у нас сегодня. Это было эпично, что вам сказать. Вы все видели, это жестко. Вынимай! Михалыч идет. А где она? Два серьезных штурмана. Очень мягко тут ходишь просто. Я вам покажу, смотрите. Такой торфяник настоящий. Тут нормально можно протестировать и лебедку, и машину. Без колес попробуй, без. Нормально. Есть тут твердые куски. Да, есть. Есть твердые куски. Хорошо, вот вышел вот они между деревьями, возле деревьев. Четвертую точку взял. Есть. Блин, крутой у тебя штурман, Андрюха. Посмотри, что делает. Дорогой. Дорогой, да. Очень дорогой, я бы сказал. Дорогой был Леонид Ильич, а это дорогой Михалыч. Пока желающих нет, там Макс Леню приглашал. Ну, что-то Леня пока не настроен. Андрюх, что? Отцепляем? Давай веревку и поедем дальше. Скажи ему, надо вот сюда выехать, вот, оттуда поедем. До корня вот этого бы долезть тебе, а дальше все. Так, идет человек это пешком. Тут непросто, непросто. Глянь, отец Павло добрался до нас, смотрите. На мягких лапах. Стой, стой! Что, падает? Ого, может упасть реально. Шатается. Дерево стрёмное, конечно. А не, за низ нормально будет. За низ ничего не будет. Перецепили ниже. Герой, Андрюш, пожалуйста. Где коридорки пройти? Коридорки где надо? Вот герой, Андрей. Это как герой Андрей на подпути. Уходит вниз. Уходит вниз. Ты можешь не копать? О, вышел наверх, перестал копать. Ты можешь убрать ногу с газа, да, ты не трогай. Зови, Макс, он на мой голос плохо реагирует. Зови ты. Я уже тоже что-то.
Опа, новый пилот. На рулю вам не крути. Ногу газа убери. Смена состава. На рулю вам не крути. Ого, куда там дерево? О, давай. Не рой. Он еще не рой. Давай, когда он начнет газовать. Кричать? Вместе? Да. Михалыч, один. О, бля! Говорите, к чему-то готовы. Я к этому готов. Слышь, он нас не задавит. Ну, придется. Не рой, Михалыч! Раздатка от патруля никуда не годная вообще. Михалыч, выходи в красных труселях! Замуровали демоны, блядь. Клаустрофобия, как выйти, Андрюха? Никак! Детские замки! Давай. Не рой! Михалыч! Не рой! Михалыч, профи, видишь? Шо? Полоборота. Лёнь, а машина где твоя? А зачем она тебе? Ты должен показать преимущество самурая над УАЗом. 7000 я и забираю, если что. Бля, ого! Уже тут машина. Там за 7, здесь за 5. Бруно за хозяином пошел. Вообще не рой! Да ты роешь, Михал ты! Она сама роет! Не знаю, как выйти, зачем ты так роешь. Не рой, Михал! Аэродинамика нарушена. Андрюх, точка справа. Что-то та сторона проваливается, кажется. Михалыч. А где колобок? Он не с той стороны сидит? Чего та сторона провалилась? Давай, колобок. Капец. Колобок залетел. Вот это чувак дает. Вот это реальный маньяк. За дерево прячься, Жека. Обгоняй Михалыча. Михалыч не готов. Подрезай. Пройдешь, давай ходом. А я говорил, Руслан, где надо заезжать. Леня, на его месте мог быть ты, Леня. Лебедку высади. Есть контакт. Давай, лебедку разматывай. Кору дай. Жека, кора в багажнике. Михалыч обходит, давай все порешаем. Михалыч сейчас Нива тебя вставит. Не копай! Потом на следующий, да? Так, Леня заходит. Леня заходит. А Нива пошла. Вправо, вправо руль. Тут жестяк, подожди. Куда? Павло, а я иду к тебе. Не, правее просто ему надо, правее, оно уйдет. Возьми. Не копай! Не копай! Не... Не... Михалыч! Не копай! Не копай! Не копай! 12 тысяч, видишь, как работает? А да! Для этого веса, да?
Давай, солнце все садится уже, быстрее. Да, видно хорошо, смотри. Давай, давай, Андрюха, давай. Ты принёс кулу или что это? Где? Перед этим самым. Болото, наверное. Опа, святая грязь. Тут слоу-моушен не надо было снять этот момент. Приготовь слоу-моушен. Стой, 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 смотри в ту сторону. Левее, левее. О, нормально. Хорош, все, стой, отдыхай. Место, да? Да, да, да. Это удобно. Куда вы едем? Все бегут, и я бегу. Поверните его лучше. Сейчас Макс, может, Леню. Подрежешь всех сразу, Леня. Андрюха в землю, под землю пошел, смотри. Не копай! Леня, обгоняй их вот тут, заходи со встречки и на финиш. А в чем смысл? Есть смысл, давай. Павло тебе потом расскажет. Я не заделал трещину в голове. В чьей? Смысл ищет он. А ну сними шапку, мы посмотрим, что с трещиной. Знаешь, в этих фильмах ужасов. Так, колобок выскочил с Нивы и говорит, сейчас я его обгоню, пока остывает соленоид. Так, давай, вырывайся вперед. Режь влево, влево режь. Не газуй. Не сдал. Не копай! Не копай! Ура! А где Михалыч, уже дома где? Андрюха, обгоняют! Стой, стой, стой! Обгоняют! Подложить АРБ бревну! АРБ бревно подожди! С нескучного бревно подложить, стой! Другой стороной, другой стороной, другой, вот так, да. Вот так, все, давай. О, по бревну. Пошел. Аж солнце вышло. Ой. Нормально, нормально. Контракт придержи, давай. Сейчас тебя на дерево забросит. Сантрак крутой, конечно. Право руль чуть-чуть, право. Добытый. Теперь влево, да. Не, надо сантрак просто правее лежал. Стой, стой. Стой, не-не. Отпусти. Чуть-чуть, чуть-чуть колесиками, чуть-чуть. Да ты шо? Какой динамичный оффроуд сегодня. А что лебедка? Давай, давай, давай. Стой, стой, стой. Сантрак уберет, подожди. А спусти, чтобы он не ударился, подложи сантрак, чтобы он плавно съехал. А может перемотать? Давай по бревнышку. По бревнышку едь. Брех, а может перемотать? Чи может давай я на выход? Да, давай напевно на выход. Не-не, на выход рано. Давай возле метро вправо уйдешь лучше. Так, вы что, сгорел у меня соляной, чи нет? Да не. Отец Павло в работе снимает. Ну как тебе сегодня оффроуд? Хорош? Так, третий вырывается вперед. Давай! Вырывается, давай! Быстрей! Вадим, быстрей, вырываются
конкурент, он там обматывает дерево на неделю. Обходит тебя он. Колесом уперся в дерево. Сейчас ты режешь угол и на финиш уходишь. Да? Да, да. Давай, давай, можно. Лебеда зацеплена. Что, бензин закончился? Нет, полный бак, просто ты чувствуешь. Подожди, это мой сантрат. Это жестко. На газ переключайся. Установи. Да, 1.6. Самый надежный мотор. Или нет? С чем сравнивать? Наверное, бензин в тих, бо с ума заглохло. Все тут ничего лишнего. Даже запаска на родном месте. Ты видел? Полный оригинал. Краска неровная тут. Глянь, он, смотри, что он делает. Он не садится в машину, чтобы быстрее ехать. Посмотри, что делает. И ты так делай тоже. Андрей Сантрак, Андрей! Блин, два Андрея, борьба очень жесткая идет. Давай толкнем, может. Беспилотник. Андрюха, нажми полный газ и заводи. На лебедке ты его не обгонишь. Нажми полный, полный, пол нажми. А подсос есть? Оно тёрнет подсос. Да не, и так залито. А ну, бензин воняет, да. Бензопровод? Бензин чистый, выхлопа. Да? Выхлопа? Да. Бруно, где ты, Бруно? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Бруно. Оба. Завелась. Давай, газуй, обходи его быстрее. Даром им пока. Давай, давай, я верю в тебя. Павло в той команде, я в этой. Тут глубоковато, конечно. Порог помять можешь. Порог, чтобы не поцарапать. Вот, тут и нормально. Все время левой, да? Уходит. Давай, третий вырывается вперед. Да, тут немного глубоковато. Вот это жестяк полный. Паш, хоть льдины поубирай, хоть, Паш. Не рой, не рой! На газах иди на лебедке. Давай, а то он обходит. Давай, сейчас ты можешь вырваться, на победу идешь. Конкурент рядом. Ох и жестко, ну лебеда мощная. Там хоть полнивый не поедет с этим, с мотором вперед, нет? Ручная, да? А вон чувак тебе помог. Ой, бля, я страшно. Не копай, не копай, не копай. Может, ты выйдешь из машины? Его возит, как, ты если выйдешь, то я тебе скажу, ты сразу вырвешься вперед. Палкой просто в газ давить. Вот, вода, и все. Я же не терплю. Он воздушный. У меня просто лицо такое, килограмм на 60, а так вот и ноги. Пошел. Не копай, не копай. Давай на свою лебедку. Подожди, надо убрать тут. Да не, сейчас я уберу, пойдешь. Андрюха, я убрал лед, давай. Давай, я лед убрал. Не, она упиралась, давай. Попробуй, может пойдет. Попробуй лебедкой. Тяжковато. Да нет.
идет. Не-не, идет нормально. Надо с той стороны лед убрать. Блин, там уходит в отрыв, мне кажется. Насос, компрессор мои будет. Где он, Андрюх? Чехли мои будут, а где? Блин, полка у тебя, из-за нее проблемы реально. В ящике? Да, смотри. А, вижу все. Да, ушла Нева глубоко. Хорош! Ну там он тоже провалился. А Михалыч знает, что под высоковольтовой нельзя? Я не знаю. Не спустила, надо качать. Я льдины разведу руками. Телефоном поговорим. 9% заряд аккумулятора. Руслан, бей быстрее льдины. Там он возле колеса. А вон шишига уже приехала. Качай колесом. А вон вентиль как раз. Вон слева в углу. Или он покрутил колесами. Вот левее туда. Левее в воду засовывай руку. Да ну не так же ж, блядь. Оно ж было рядом. Чуть-чуть еще. По чуть-чуть ты очень крутишь. Хорош! Ты все время... Стой, не крути! Еще! Ты почти оборот делаешь там! Хорош! Вот он появился! Все, не надо! Стоп! Да уже проскочил он, блин! Все, не надо! Выключай, он руки уже засунул! Давай компрессор! Просто отпустить пузырь, пока уедет! Отпусти трос, колобок! Трос! Запёрнут! Хорош! Так пусть смотает трос, наверное. А что ты не снимаешь? Смотри, я сейчас замкнусь, а вообще не выйдет. Смотри, какого цвета дым. А 66 всех спасет сейчас. Колобок так шел на обгон круто, но не удалось. Что, новый пилот, да, или что? Глянь, он не может залезть даже, елки. Тут очень, кстати, машина непростая. Осторожно, там мотор от БМВ, чтобы не рвануло. Саня. Поломал. Влево руль, лево руль. Лево, еще лево, еще лево руль, еще лево, крути, крути, крути. Не, УАЗИС-то душа, видишь, он не... Тойота у него случайно попала. Береги машину, ты пятую включил, первую включи. Саня, давай, Роля, Саня! Рви! Он на третьей, да, Андрюх? На третьей? Пошел вниз куда-то. Куда-то вниз пошел. Что-то глубоко. На третьей что? Надо влево руль. Там, блин, провалился глубоко очень. Да, запах соленоида присутствует. Это задняя. Влево крути.
колес. Михалыч не подсказывает. Михалыч, кричи газу. Газу, газу, газу. Лёня, а на его месте мог быть ты. Лёня, блин. Лёня, без машины ты никому не интересен. Отходи. Что-то она вниз уходит или нет? Стой, стой, Андрюха. Давай, Шишига подъедет, вверх пусть подымет, потому что уже глубоко очень. То сейчас оторвете что-то. И зацепим туда же, за это, понял? За верх, за самый. Стой, 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 стой. Горит соленоид. Где он горит? Блин, запах воняет. Охлаждение соленоида. Снежное охлаждение соленоида. Пусть ближе. Подъедет. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Еще. Еще чуть-чуть. Колесо ушло. Ушло где-то под землю, короче. Вон аж где оно. А Нива там по-прежнему. Так поближе, чтобы вверх поднять. Двумя. Потихоньку только, Виталик. Можешь ближе подъехать, Виталик. Чуть-чуть. Опа. Что-то оторвали. Кевлар гнилой. Кевлар гнилой. Да, да. Тяни потихоньку. Сейчас, подожди. Что, тянем? Не, давай назад, ну. Лобка тросом. Отдай чуть-чуть. Кто кого вытащит сейчас? Тянник, он все шевелится, земля вокруг. Хорош! Хорош! Не идет. Хорош. Надо вверх куда-то выше его. Да, веселое место. Он уже тянет, а тянет, ничего не тянется, вся земля шевелится вокруг. А где ты была?
А на чем приехал? На УАЗе, да? Да. Да Леню надо сюда, Леня залез бы уже, был бы на верхушке. Леня панда. Какой-то мост дружбы. А там вдалеке еще грустно нас ждет Колобок. Лично работает с Лебедой, он знаком с этой конструкцией. О, пошло, пошло. Проклято. Шестую точку взял? Сейчас возьмешь точку. Подтяги. А, все уже? Наверное, он отъедет. Колобка все оставили, он тут один борется со льдами. А РБ полезно. Надо все рубить само. Так, пошла конструкция. Да нормально, давай! Мы стоим типа в недосягаемости. Потихо, потихо. Давай, 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 давай. Идет, идет. Двери открылись. Дверь закрыла. Она сама закроет. Выходит из-под земли у вас. Надо перевести. Стой! А, бревно клубное. С нескучного. Да дальше мы живем. Перетекание. Не, Андрюха, что-то ты его плохо подложил. Давай. Ёлки, я понял, в чем проблема была с Нивой. Пилот тяжелый очень. Ты посмотри на себя и на Ниву. Вот иди в камеру посмотри, Антон. Посмотри, он стоит рядом с Нивой. Нива как игрушечная вроде. Сама пошла. Посмотри, ты лед весь тащишь перед собой. Через блок. Так це все як? Треба худати або поджара купляти. Треба худати або поджара купляти. От це мочить. Все, зараз їду сам. Ну давай. Пусть дальше йде. Пусть дальше. Сейчас опять провалиться. Андрюха, да сейчас еще это, шишига достанем. Да давай, едь, едь. Глянь, опять уже под землю уходит левая сторона. Было лучше, да? Ты что-то задняя передача у тебя включена. Переднюю первую включи. Идет нормально. Такой бампер с виду обычный, но там не так просто все. Слышишь, влево надо уходить. Давай сюда перецепим. Сам потом через шишегу перечим. Да влево на сухое, можешь выйти и сам выехать. А я там вся. Андрюха, нет, влево на сухое, нельзя. Вот сюда. Нельзя, там влево там на сухое. Тебе надо вот сюда давай, на это дерево. Так, у вас. Подняли. Еще можно, еще чуть-чуть. Куда? А, нету. Да все там уже. Жалко. Отпускай. Давай подложи что-то, подложи. Колесо, подожди, подожди. Под колесо попробуй. Под колесо само. Андрюха, сам. Нет. Отпускай. Понял, тебе вот сюда на твердое, вот тут по твердому и выйдешь просто. Думаю, надо было ехать. А сейчас перейти. Еще. Где Михалыч? Уже срать поехали, белый. Все у вас спасается. Наверху колесо. Закончилось трос. Повыше б там зацепить, да? Да. Паша, все, скоро защитку достанешь. РБ-бревно, мне нравится новое тут выражение появилось. С нескучного РБ-бревно. Ты же его не помнишь, Паша, или помнишь, а помнишь? Андрюха, ты еще можешь выиграть, кстати. Ты давай, еще же он не на берегу.
Причем ты своими силами идешь. Да, да, давай. Кевлар лопнул. Ну ладно, но все равно. Так, друзья, тут глубина, видите, тупо под землю две норы выкопал. Так, Нива, 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 Нива. Что тут происходит? Андрюха ушел. Что-то у него там проблемы тоже. Что там? Лебедка? Не выдержала нагрузок. Ты видишь то колесо? Вот тут посмотри на правое колесо. Че орешь, да? Поворать, Леня! У вас неправильное решение! Ну и... Слышишь? И ты прыгаешь на бородача и кусаешь. Это было в жесткий контент. Да? Да, да. Ну не за щеку, за ухо давай, как Майк Тайсон. Что там, Федя? Нефть пошла, а? Смотрите, нефть. Нефть, нефть. Только что был момент. Давай, повторяй. Просто покажи. Вот глубина. А если бы ты ушел туда с ногами вместе? Мы бы успели камеру. Ты ее вставлял, она сломала. Лучше сюда не ехать, однозначно. А то мы не знали. Почти ушел бы. Вот глубина в этой луже. Закрой дверь, Андрюх. Ух ты, жестяк. Что-то стрёмно. Сюда ты наискосил, как ты говоришь. Да подожди, брёвна. Дверь закрой. Давай сейчас пройдет, он уже проходит. Не-не-не, не надо. Дверь закрой, дверь. За колёсами смотри. Не надо, не надо. Равняй руль! Влево руль! Не копай! Все! Не копай, Андрюха, просто сиди! Может ближе, пусть подъедет вверх! Олег! Пусть подъедет и вверх, чтоб... Бревно! Да бревно никуда твое не денется, бревно, блин! Я видел, что надо... Так, колобок завелся. Просто решили 150 метров по болоту проехать. Ближе надо. Да нормально пустая. Колобок не сдается, продолжает борьбу. Так, колобок починился, идет на победу. Колобок идет на победу сейчас. Будет пересекать болото. Бруно, не копай! Тут и так херня такая, вообще непонятно что. Еще ты копаешь. Андрюха что, не работает? Надо менять машину, может. Или лебедку. Да, обстановка жесткая. Торфяник без дна такой. Чуть копнул и проваливается. Опять ушли вниз. Сейчас другой лебедкой назад вернем и как-то поменяем траекторию.
Федя, да. Ты замечал, сколько раз ты приезжал, всегда какая-то жесть начинается. А с кразом, да? Можешь приезжать все время? Хорошо, я нормальное кино получается. Только приезжает Федя, ну тут еще один человек, конечно, участвовал. Спасибо, Саня, нормально ты. Весной копнул. Ну они просили газуй, да? Да. Да, ты неправильно. Я сначала сделал все правильно. Не, ну нормальный сюжет. Так, колобок там начал бороться только на заднем ходу. Пошел у вас, пошел. Шишигу тянут, ну это вообще привязали. Не идет, больше людей на пороге. Поехала, не? Да, конечно. Давай, выше поднимай, там штурман. Тут обстановка очень напряженная. Кто-то засандалились, и вроде уже на выходе. Но я сам тут проваливался. Ну, давай, заезжайте все в один кадр. Не копай, Андрей, не копай вообще, не рой! Едь без колес едь! Блин, тут такое... Натяжка такая... Низкая веревка. Там люди загрузили Патриот. Не копай! Не пойдет. Низко надо выше было поднять, Андрюх. Оно под землю опять ушло. Отпусти. Да, торфяник коварная вещь. Сейчас меняют дерево и может выйти на победу. Так, что-то тут опять. Оно, Паша, оно не пойдет, оно в землю уперлось уже. Вверх надо было. Так подними там больше. Так, они вперед хотят. Ну сейчас не получится, так будем назад все равно тянуть. Колобок идет на победу, давай, Колобок! Андрюх, не копай, пусть выйдет на твердое, не копай вообще. Так, тут отцепили. Дежавю уже пошло. Не-не, ну лучше уже. Давай, теперь еще одно бревно сверху ставим. Надо еще одно бревно. Оно или поздно остановится. Ну, конечно. Колобок идет на победу. Не копай, Андрюха, не копай, просто на облебедке. Пусть наверх выйдет. Уже практически на твердом, вся земля шевелится вокруг Нивы.
Давай, давай, на победу идешь. Идет на победу. Не-не, с бревнами нормальная тема, давай. Тут бревен хоть отбавляй, мы можем 2 недели тут лебедиться спокойно. Времени у нас вагоны маленькие. До четверга и ты абсолютно свободен. Да. Он хорошо вкопался, на самом деле. Вот так лучше, да. Да, чем ближе, тем лучше. Слышишь, можно рядом и лавочка будет. Давай рядом. Стол сделаем. Стол можно 4 забить, да? Да даже 2. Сваищики, сваи забиваем. Колобок уйдет на победу. Сейчас же он же пока еще вас не пересек. А он выйдет ходом там. Да. Слушайте, я видео покажу. Его рост. Смотри. Смотри дальше. Помнишь, мы тут точку брали? Да, помню. Где-то тогда на зеленой мечте потерялся, помню, и помню. Чиптя нашел. Да, я помню. Смотри. Посмотри, вот туда смотри. Это только надежда, что там какой-то тигр топливный, я тут не был убьем. Михалыч, не копай! Газуй, газуй! А что вы хотите? Да, хорошо заехали. Это ж мы уже 3 раза вперед-назад съездили и не выходит. Идет, как лапта победила, да? Да, но были там проблемы. К дереву, Андрюха! Андрей! Вот на это дерево сюда едь. Подлебедись, а потом поедешь. Не копай, пусть выедет на твердое. Пришел тренер, сейчас поможет. Какие-то бревна, Леня работает с бревнами опять. Слышишь, если бревно толще взять в 2 раза, то, блин, оно не так будет землю уходить. Не, мы сейчас попробуем его через блок, да, вот так поднять здесь. А, вот так. Леня полезет сейчас на дерево. Давай, иди на победу, быстрее, колобок, у тебя еще есть время. Леня лезет на акацию. Это всегда эпично. Сейчас у вас будут на дерево вешать. Надоел он Андрюхе, говорит, повешу его. Нива тут рядом. Отцепляй, не можешь, блядь, нагрел. Попытка убить Андрюху блоком. Ну не бетонным, а просто этим. Леня, я верю в тебя. Надо 3-ю руку. Зубами. Такое только Леня может исполнить. Глянь, он на бревне стоит и не падает. А как Леня держится, я не могу понять. Сейчас я на 2-е дерево рядом. Можешь залезть на 2-е дерево рядом? Да какое 2-е дерево? Да вот дерево ж, блин. И помахать. Залезь на дерево. Подожди, Саня поможет сейчас. Спокойно, 3-я рука идет. Саня, давай, Саня. Подожди, лезет 3-я рука. Стой. И опусти, чтобы не натянутая, может быть.
голову. Блин, какая спасательная операция серьезная сегодня. Вот третья рука пришла. Леня, стой, Леня. Третья рука помогла. Все. Натягивай. Натягивай. Натягивай, ребят. Красиво, красиво. Какой этюд, какой сюжет. Саня, это все ты, спасибо, друг. Не, это Михалыч, ты не при делах вообще. Может, объедь быстрее будет. Может, выше подняли. Подымай выше. Так, у вас попытка поднять его в сторону очередной раз. ГАЗ-66. Мне кажется, что вот так шансов оторвать попытку. Вот так? Стой, стой! Тянем, тут человек слазит. Пошел, пошел, пошел. Вот это жестячок. Вот это жестячок. Стой! Ох, хрустит дерево. Трещит. Корневая система. Короче, надо подложить под этот мост вот сюда вот бревно. Андрюха, прикрой дверь. Да, жестячок. Все, Леня. Копай, Леня, копай. Леня, копай. Колобок на победу вышел. Пошел на победу и побеждает уже. Смотри, какая прекрасная погода, солнечный день. Колесами не работай. Без колес вообще. Надо выше, конечно, было. Вверх бы тянуть. Андрюха, вообще, выйди с машины, блин. Да не, он чуть... помогает, она хоть чуть-чуть. Да не надо, оно вниз уходит. Давай, отходи, отходи. Правая сторона провалилась, наверное. Что там с той стороны надо посмотреть? Вот сюда надо вверх тянуть его, вот сюда поставить машину и вверх. А его сносит туда вниз, получается. Тропа красная, Егор уже переезжает. Леня, мотай, никого не слушай. Подтягивай. Леня знает все. На петлю давай, Леня, чтобы наверняка... Чтоб тяга с мостом стала одним целым, да, или? Леня, давай! Да сам тяни, что ты ждешь лебедку? Сюда натягивают. Так, колобок идет на победу, не знаю, чем это закончится. Там тоже ситуация непростая. Давай, 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 давай. Там сейчас будет УАЗ-2. Отойдите в сторону. Андрюх! Колобок плавно уходит под землю. Чему у вас висит на дереве, а второй лебедой за мост. Пока что-то не очень идет. Пусть подтянет.
Да, блок прямо на нас смотрит вместе с деревом. Что-то трещит. Стой, Егор, стой! Вас нос оторвете, я не знаю, что вы за нос решили. Давай за раму. Жопа висит, и вы нос тянете. Тут у вас патриот, который... Тут посмотрите, что творится. Тут еще Нива. Михалыч! Надо подъехать и вверх его тянуть. Вот тут встать с краю и вверх его тянуть. Вы так сейчас оторвете его, разорвете. Это сейчас УАЗ-2, вторая серия. Так же вниз пошел. Ну он вниз опять пошел. Ну там битва лебедок, битва умов и всего остального. Да, вот она, твердая земля. Вот рядом мы тут. Но... Колобок доволен. Ну, все довольны, в принципе, хороший день. Как верить этому гидрометцентру? Снег целый день, 100% вероятность, смотрите. Ну, может, будет, конечно, но пока что-то не сильный снег. Так, ну, конструкцию с деревом разобрали. Можно вперед тянуть. Не копая по прямой, может, вытащит просто. Уже, в принципе, морда-то наверху. Да, что-то тут... Сушилку переставить надо. А вообще надо бы. Стой. Стой. Надо переехать. Ветер, надо переехать. Стой, не рой. Давай переставим, Али. Не, трос просто от цепи пусть переедет. Трос в руках. Не надо крутить ничего. Леня, поехали назад. Пошло вверх. Нива не тяжелая. Так ты все-таки будешь победителем сегодня, Андрюха. В любом случае победитель Андрюха. Или один, или другой. В принципе, оба. Так, ГАЗ-66 приехал. Лебедкой пусть. Еще лебедкой. Еще, Михалыч. Еще полметра. Михалыч пытается сядь, ходом. Сядь, за руль чуть помоги. Давай. Блин, земля вся дрожит. Лебедка, еще полметра. Так, тут намотка идет. Так, ну попытка очередная вытащить. Уже Андрюха почти на берегу. Не надо, не. Нет. Опять уходит вниз. Справа твердо. Глянь, зад утонул. Тут дна нету. Зад утонул вообще. Андрюха уже не выйдет. Все. Плохо решили кружок дать по болоту небольшой, тут 50 метров. Удачно. Так, Колобок идет на победу. Чуть вправо руль чуть. Чуть-чуть вправо руль. Он уже не может здесь. Может. Идет, нормально. Что, через блок? Нет, две лебедки. Две лебедки? Ёханый бабай. Колобок вышел на победную, на финишную победную прямую. Ну что-то выехал. Нога мокрая. Нога мокрая? Но это не смертельно. Охренеть. Помогай.
Да слышишь, я не заметил. Слышишь, так Нива получается лучше, чем у вас, да? Да, да. Даже с бэховским мотором. УАЗу не помог мотор, ничего не помогло. Нива на твердой земле. Все, газуй сам. Я на пана от пумпа пока. Газуй сам. Нива заглохла, но едет на рыбалку. На двух. Так, что-то опять тут какой-то план новый возник. Какой новый план, Леня, скажи? Ну что, мое предложение опять зацепить за дерево. Так они лезут туда, на вот это дерево. Зачем, если там угол такой здоровый? Это надо что, лезть аж туда? Ну так а что, ты же с нами. А это дерево плохое. Оно уже немножко дерево согнулось. Выпали, да. Да, да, немножко подорвали. Все, колобок на твердой земле. Вот он, победитель сегодняшнего трофи. Полностью. Короче, Михалыч играл в твоей команде, поэтому ты выиграл. У него просто Нива есть, а УАЗа нету. Понял, почему он за тебя? В общем, все, колобок на твердой земле. Ну, тут тоже было похожее, но Нива не так сильно копала. И, может, тут не так глубоко, но похоже. Поэтому удалось. Ну, сейчас новая операция по третий раз за дерево. Бруно в шоке бродит возле УАЗа. Дело к вечеру, уже закат близко. Мы пока на том же месте. Андрюха, логотип канала у меня тоже где-то в этой яме примерно. УАЗ вот так тоже лежал на боку. Я тут занырнул, и тоже мы... Ну, мой быстрее чуть выняли, чем твой, ну... Но было тоже похоже. Да хрен с ней, попочиню. Давай. Быстро свалим, если что. Да тут, блядь, нас замкнется. А мы под ней стоим, кстати. Ну, если будет падать, надо бежать вперед будет сразу. А сколько весит 4? 4,5, да? Все равно тянет. 5 полная масса. А, 4, значит. Так, Андрюха погрузился вовнутрь. Бруно в шоке ходит. Что с хозяйской машиной, не может понять. Ему надо копать за бревно, по колесу засунуть. Его хотя бы убрать можно, бревно, то или он что? Он хотел курить попробовать тогда. Не, это понятно. Давай, это походу. Пускай не катает. Давай сюда дальше чуть-чуть, он уже будет лететь, чтоб в стороне чуть-чуть, если оторвется, то... Право руль! Право руль! Право руль! Так, ну куда-то на что-то твердое. Ну зад там утонул капитально, тащит за собой. Андрюха, там зад утонул, его поднять бы зад теперь. Что там за звуки, это жесть вообще. Андрюха, зад утонул, надо зад поднимать. Да хрен его знает, что-то оно там глубоко очень. Нормально идет, я вижу отсюда. Да? А на его месте мог быть ты, Леня. Так, ну, кино еще то. Что за консилиум там? Ёханы, ну это классическая история. Тут болт должен стоять. Ну станет на место. Там просто вот эти вылетают. Болт просто насквозь. У меня болты стоят. Павло, ну что ты скажешь по сегодняшнему? Андрюх, можно попробовать ровно его там. Саня. Газу, газу. Я сначала натяжку делал. Стоял у истока вот этого всего мероприятия, стоял Саня, короче. Не. Так, продолжается все.
Куда ты, Леня? Я ухожу. Да нет, сейчас только начинается все, сейчас ты поедешь. После отрыва мостов две покатухи подряд. Как-то теперь не хочется ничего отрывать. Может, конечно, можно было смелее, но... Может, все правильно, скорее всего. Ну, там блок на дереве, только внизу, не знаю, в чем смысл. Что внизу, ну, в принципе, уже морда наверху. Чтобы дерево не упало, наверное, весь смысл основной. Так, оторвали что-то. Корозащитка. Она корозащитка? Да, вон, бери целую. Михалыч руководит спасательной операцией. Сейчас что-то будет, говорят. Все люди отбежали резко в сторону. Все убирают. Никто не подходит близко к Михалычу. Так, попытка номер 84. 85. 85, да. 84 было прошлое. Ну, пока Михалыч руководит операцией, все разошлись максимально далеко. И все молчат. И всем страшно реально. Пенек должен лететь прямо на нас сейчас, если его срежет. Но у нас тут, правда, свой пенек, искусственный. Да, тут жестковато. Нет, ты поехал, очканул и уехал. Ты вовремя очканул просто. Так, ну что тут происходит? О, пошло! Пошло? Ага. Ну, вода в мосты. Вода пошла. В мосты, да? В мосты вода пошла, говорит, пошли. Все, пенек. Пенек срезали. Влево руль, максимально влево. Максимально влево руль. Влево руль, влево руль. Все, стой. Все, все, все. Надо стать шишигой рядом, и чтобы вверх чуть-чуть хотя бы тянуло его. Стой! Мы тонем. Стой! Сейчас толстое бревно. Вот тут заход был, тут все начиналось. На, этим корой зацепим, да притащишь, да и все. Подтащишь машину? Сейчас подтащишь машину и там... Не-не, на удавку. АРП бревно. Сзади лежит. Сзади лежит он бревно. Сейчас привезут большое. Что-то команда. Вот тут это бревно уже работает. Подожди. Поехали! Стой! Михалыч все подальше хочет что-то утащить его. Он хочет ровнее поставить. АРБ бревно. Ну да, когда много сырочек. Михалыч лично руководит спасательной операцией. Жужжиги, какая плавность хода. Сколько лопата лежит, целый день не падает. Так, везут бревно свежее. А, во, нормально. Волочится. Это холодно. Доставка дров. Это бревно труднее будет землю загнать. Или нет? Процесс тяжелый, конечно. Какая-то не очень динамичная сегодня покатуха такая, но неплохая. Идет? Давай бревно вверх, Андрюха. Давай бревном вверх. Бревно пришло, вот. Ну стоя, как обычно. Не, давай на твердое где-то его там поставим. Да это не то бревно, это не то бревно. Стой, Макс. Да не, давай сразу правильно. На, вот бревно хорошее. Стой. Да не, это слабое. На, Андрюха. Да вот я тащу нормальное бревно, блин. Ничего, сейчас. Давай, давай, пускай дай. Следующее ставь. Ну следующее поставь, Макс. Так оно мешать будет ехать же. Вынимай, на. Длинное. Несу следующее. Нам же надо наверх.
Давай вот так. Пенек убирай. Подожди. Ближе сюда. Давай на пенек его ложи, Руслан. Вот сюда? Да, на пенек. Не, не на пенек, а перед пеньком. Там корни не дадут все равно поднять. Подымай. Так нафига, друха, да там снизу ставь. Пенек трухлый, поставь снизу. Даже кмай. Да нет, так фигня. Может, давайте на бревно вот это короткое, то стоя поставим. Стоя давай большое. Стоя! Стоя новое! Михалыч! Не газуй! Оно потянет в сторону, Олег. Оно потянет в сторону, Олег. Давай большое ставь. Федя, подними, а то они пока будут разговаривать. Мы поставим, пусть разговаривают. Подымешь ты или нет? Я его не подыму. Блин, Саня, подыми. Ну блин, у меня это, рука занята. Андрюха, давай новое бревно. Да то бэушное, оно плохое, блин. Уже темнеет, Павло говорит. Ну солнце, да, садится уже там. Вот это давай. Вот это ложим, да. И нити, шуры, они золотые. Новое оставьте бревно. Просто все, и на него. И на него, да. Блин, ну я тянул, старался, бревно же его делали, чтобы на него это, блин, ну. Чтобы оно с этим бревном одинаково. С тем бревном. Да елки-палки тут. Это что на площади очень сложно все это делать. Все! Все, ура! Пошла, жара! Давай, давай, пошла, как это увидим. Тихо, тихо, Михалыч, упадет, говорит. Как упадет, увидим. Второй дубль переписали. Пальцы только плохо. Опять бревно выставили, опять два героя держат бревно. Тихо, Михалыч. Убегайте, герои. Тихо, 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 Андрюх. Давай, силы запаски, попробуем потом ее достать. По РБшному идет. Что, что? Послабь. Переставляем. Ёлки-палки. Ни хрена себе. Давай какой-то ролик там поставим, чтобы он крутился на бревне, блин. Пацаны, его засасывает обратно. Да пофиг. Сейчас просто раньше поставите еще больше. Давай на будущее, на будущее. О, давай, давай. Давай. Горько, горько. Свадьба. Блин, это вообще... Вылазь, УАЗик, вылазь, сука! Вылазь, кобель! Ёханый бабай! Поехали, Оля, бревно! Не, бревно, бревно надо! Он назад едет, блин! Давай быстрее, Андрюха, до тормоза! Ёханый бабай, что ж происходит? Как-то тут много людей, блин, вообще. Чё ты ничего не советуешь, стоишь? Я же сказал запаску там сделать. Подсказывай что-то, не стой так. Мы с Максом гоняли. Речки я уже гонялся. Нет, там речь. 39-я точка. Подъели? Отходи, отходи. Отходи, Андрюха, отходи, Андрюха, отходи. Андрюха, садись, газуй, газуй, садись. А РБ бревно работает. Работает РБшная? Да, да, четко работает. Тихо. Давай, тяни, 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 тяни. Тяни, нормально. Не лезь, не лезь, не лезь. Не лезь. Не трогай, отойди. Не лезь, не лезь, уберите, Андрюха. Сейчас руль вы. Держите его. Вот это Comedy Club отдыхает реально. Михалыч, давай, давай. Руку в кадр вставь, руку в кадр. Красиво побьем. Думай крутить колесами. Зад выходит, зад выходит. Зад вышел. Бля, Андрюха, нихера себе, у тебя еще два колеса сзади есть. Не-не. Ты что, смеешься? Сейчас опять будем выходит. Доставать. Нет, не трогай. Пошел, вот это да, вот это день. Что значит?
Михалыч. Давай еще помучаемся, нажимай на педаль. Копай! Газу! Блин, уже запугали, человек боится лишний раз на газ нажать. Разгазовывайся, бросай цепление. Чтоб турбинку раскрутить. Ёлки, палки. Подъехал бы шлингалки. А выйдет. Газой! Газой! Давай! Газу! Давай! О! Пошел, давай! Давай! Газу! Ура! Победа! Ура! О! Это вообще! Саня, это все ты сделал! Спасибо, друг! Молодец! Приезжай все время, садись к нему за руль! Все! Что значит Михалыч взялся резко за дело и все? Сразу все пошло! Сам закопал, сам вытащил! Все, всем пока! Подписывайтесь, это было очень жестко! Ну тебе там скучно, да, как в кабине одному было? Только мокрый. Мокрый? Печку выключай. Вот такое кино. Лень, заезжай, Лень, пока никого нет. Давай, проскочишь ходом быстро. Бревно на месте. Да тут, в принципе, не ерунда вообще. И не сильно тут и сложно было. Ну еще иди вперед. Давай проедь по быстрику. У тебя же машина легче пройдет точно. Нет. Не успел, Павло. 50 метров по болоту за 4 часа, да? В принципе, неплохо. Все, в лагерь.